Добрый день, друзья. Добрый вечер. Как меня слышно? Поставьте плюсики, если меня слышно хорошо. Спасибо, спасибо, друзья. Я рад приветствовать на нашей учебе докторов из разных городов, из разных стран. Итак, друзья, у нас сегодня двойной праздник. Первый праздник с успехом прошла большая медицинская конференция в Тюмени. Давайте поздравим их с успехом. Там выступал наш доктор-преподаватель Сушков Алексей Леонидович, лидер города Любякина Светлана. Было много гостей, и конференция прошла с огромным успехом. Давайте поздравим их. Молодцы ребята, провели замечательную совершенно конференцию. И второй праздник, который у нас сегодня, это начинается недели городов, как вы знаете. Как я вам обещал, что каждую неделю у нас новый город. И в этом городе по вторникам выступает доктор, и не просто доктор, а преподаватель компании, рассказывает о своих успехах, о своих достижениях и учит, как лечить очень тяжелые и серьезные заболевания. Поэтому сегодня начинается у нас учеба с недели Нижнего Новгорода. И сегодня выступает Баранова Татьяна Николаевна. А как вы знаете, она выступает по патологии сердечно-сосудистой системы и подготовила для вас очень интересный доклад. А в четверг медицинскую конференцию будет проводить Баранова Татьяна Николаевна совместно с Чинаевой Мариной Николаевной. Вдвоем они расскажут о своих достижениях. Я вас всех приглашаю в обязательном порядке в четверг на конференцию. А сейчас, друзья мои, я с удовольствием передаю микрофон Барановой Татьяне Николаевне, несмотря на то, что она сейчас находится в Нижнем Новгороде, а я в Москве. Но у нас с вами международная конференция, и совершенно не важно для нас, в каком городе находится доктор. Его знания всегда, друзья мои, доступны для вас. Итак, друзья, встречайте Баранову Татьяну Николаевну. Добрый вечер, уважаемые доктора, уважаемые коллеги. Как меня слышно? Поставьте, пожалуйста, плюсики, если меня слышно. Большое спасибо. Я очень рада опять вас всех здесь ощущать, потому что ваши эмоции, они видны на экране. И, в общем-то, мы находимся с вами в одном едином поле. Очень рада еще раз пообщаться с вами. Сегодня у нас будет очень интересная, я бы сказала, многогранная тема, которая касается заболеваний самого серьезного, как бы сказать, самого главного, наверное, органа нашего человеческого организма. Что это такое? Это наше сердечко, это наше сердце, это тот насос, который на протяжении всей жизни обеспечивает нам с вами нашу жизнь. Мы не обращаем на него внимания, оно работает у нас, стучит. Каждую минуту и каждую секунду
не знает покоя, как у нас, нет себе покоя сердца, да, но у нас, на самом деле это очень умный орган, это орган со своим собственным интеллектом, я бы сказала, и самые, наверное, наиболее частые причины неприятностей у человека по здоровью в настоящий момент – это проблемы именно сердечно-сосудистой системы. Почему же, собственно говоря, так все это у нас получилось? А потому что сердце с течением времени, с того времени, как мы уже перестали эволюционировать, оно у нас, собственно говоря, не изменилось ни капли совершенно. Когда мы были еще на заре цивилизации, необходимость была в очень большой работе, в мышечной работе. И в этом случае сердце нам, конечно, очень помогало работать. Вот, потому что оно было рассчитано на то, чтобы мы с вами имели возможность быстро бегать, переносить различные тяжести, в общем, трудились. В таком случае оно имело как раз те самые функции свои выполняло по перекачиванию крови, по снабжению кислородом тканей в своей полной мере. Кровеносная система человека состоит из большого и малого кругов кровообращения. Из левых отделов сердца кровь сначала движется по аорте и попадает, затем по крупным и мелким сосудам, вот вам аорта, пожалуйста, да, артериолам и капиллярам. В капиллярах происходят самые основные процессы перехода кислорода из крови в ткани, обеспечивается питание всего организма, и там происходит выведение углекислоты, которые по множеству мелких капилляров, потом венулам, венам возвращается опять в сердце. Выводится углекислый газ и продукты обмена. Венозная кровь притекает в организм через верхнюю и нижнюю полые вены, попадает в правое предсердие, она богата углекислотой, и для того, чтобы снова начать нести себе организм кислород, должна пройти через легкое, где происходит насыщение крови кислородом. И так постоянно, каждый день, каждую минуту происходят вот эти вот движения в нашем организме. Для того, чтобы сердце работало правильно, оно, значит, у нас имеет не просто мышечную ткань, но еще именно такие помещения для крови, как камеры, в которых по очереди сокращаются предсердия и желудочки, и кровь таким образом, смыкающиеся клапаны, которые не позволяют идти обратному току крови. И для того, чтобы сердце могло сокращаться в правильном, определенном ритме, оно имеет уникальную проводящую систему сердца, которая состоит из так называемых проводящих клеток миокарда. Электрический импульс у нас для сокращения сердечной мышцы возникает в сино-атриальном узле, который находится в верхней части правого предсердие и распространяется по проводящей системе сердца. Это вам позднее немножко покажу. Система клапанов. Это клапан, трехстворчатый клапан между правым предсердием и правым желудочком, двухстворчатый клапан и митральный клапан, который располагается между правым предсердием и правым желудочком. Левой половине сердца, который прокачивает по большому кругу кровообращения, обычно имеет большую толщину стенки, более сильная мышечную массу. Система клапанов и система проводящей системы сердца способствует тому, чтобы сердце сокращалось правильно и чтобы у нас не было перебоев в его работе. На самом деле очень важно то, что на самом деле сердце имеет возможность отдыхать. Обратите внимание, что при частоте сокращения сердца в среднем 75 минут на один цикл приходится 0,8 секунды. Систола предсердий 0,1 секунда, систола желудочков, а общий диастол или тот момент, когда сердечко у нас расслабляется, составляет 0,4 секунды. Таким образом, в одном цикле предсердие работает 0,1 секунду, 0,7 отдыхает. Желудочки работают 0,3 секунды, отдыхают
полсекунды. И вот как раз вот этот ритм позволяет сердцу работать, не утомляясь всю свою жизнь. При одном сокращении сердца легочный ствол аорты выбрасывается около 70 мл крови. За минуту средний объем крови у взрослого человека составляет практически около 5 литров. Если мы работаем или физически трудимся, возрастает частота и сила сердечных сокращений. И выброс сердца достигает до 20-40 мл в минуту. То есть это очень высокий объем крови. Вы, в принципе, можете посчитать, то есть где-то в 4-5 раз возрастает количество крови, которую перекачивает сердечная мышца. Сердечная мышца называется миокардом, выделяется сократительный миокард и проводящий миокард. Обратите внимание, то есть вот здесь у нас располагается синусово-предсердный узел, предсердно-желудочковый узел есть так называемый, и по ножкам пучка Гисса и по волокнам Purkinje импульс из синопредсердно-аурикулярного узла распространяется на всю сердечную мышцу. Постепенно, именно таким образом, чтобы у нас происходило правильное сокращение сначала предсердий, потом желудочков. Причем они у нас работают попеременно. То есть правое и левое предсердие, правый и левый желудочек. Снаружи сердечко у нас покрыто перикардом. Перикард выстилает наружную поверхность сердца и имеет два листочка, которые у нас внутри располагается небольшое количество жидкости для того, чтобы сердце нормально могло функционировать. Сокращение, расслабление сердца, чтобы не вызывало никаких неприятных ощущений. Нервная регуляция, как регуляция других внутренних органов, регулируется автономной нервной системой или вегетативной частью нервной системы. Но сердце в самом имеется собственная нервная система рефлекторными дугами в самом сердце, так называемая метасимпатическая часть нервной системы. Это можно увидеть, когда переполняет предсердие, изолированное сердце, ну, здесь там лягушек берут каких-то или каких-то других животных, усиливается частота и сила сердечных сокращений, если увеличивается растяжение предсердий, то есть появляется большее количество крови, и сердце сокращается чаще. То есть имеются собственные внутренние регуляторные механизмы. К сердцу подходят симпатические и парасимпатические нервы. Информация от рецепторов на растяжениях полых вен, дуги аорты, передается в продолговатый мозг и в центр регуляции сердечной деятельности. Ослабление работы сердца вызывается парасимпатическими нервами в составе блуждающего нерва. Вот с этим бывает очень часто связано, почему возникает слабость сердца при заболеваниях внутренних органов, таких как кишечник, желудок. Очень часто обращали внимание на то, что люди, которые имеют заболевание желудочного кишечного тракта, имеют слабость сердечной мышцы. У них обычно низкое давление, у них частенько бывает учащенный пульс, в общем-то головокружение какие-то. То есть все признаки нарушения кровообращения. Но, кроме всего прочего, существует еще так называемая гуморальная регуляция сердечно-сосудистой системы. На деятельность сердца влияет ряд веществ, которые поступают в кровь. Это такие, как адреналин, норадреналин, различные химические препараты, которые поступают в сердечно-сосудистую систему, они также сами непосредственно могут оказывать влияние сильное на сердечную деятельность. Вот по поводу того, почему же у нас сейчас, в настоящий момент, сердечно-сосудистые заболевания считаются чумой 20 века. Ну, поскольку люди стали грамотными, эпидемии чумы, тифа, оспы ушли в прошлое, почему же сердечно-сосудистые заболевания вышли как раз на первое место? А это как раз определяется именно тем, что сердце изначально организовано на очень насыщенную физической активностью жизнь. И с тех пор оно не претерпело каких-либо изменений.
То есть сердечные мышцы, как любой мышечный орган, нуждаются в том, чтобы происходила постоянная нагрузка на мышцу. Обратили внимание, что, естественно, когда какая-то мышца не работает, она атрофируется. А представьте себе, какое количество информации различной приходит каждому человеку ежедневно. Даже звонок телефона порой бывает, вызывает у человека такой выброс адреналина, который заставляет чаще биться сердце. Представляете, вместо того, чтобы в этот момент еще и подвигаться, да, мы начинаем нервничать, чувствуем сердцебиение, нам становится не очень хорошо. Вот, поэтому интенсивно подвижный образ жизни, он, естественно, должен быть одним из необходимых условий нормального существования каждого человека. Вот для нормального функционального функционирования сердечно-сосудистой системы необходимо, чтобы люди работали обязательно физически каждый божий день. То есть 6 километров человек взрослый должен проходить для того, чтобы нормально нагрузить сердечную мышцу. Кроме всего прочего, мышечная ткань есть у нас не только в сердце, но также и в сосудах. И естественно, что сосуды наши также нуждаются в такой же нагрузке, мышечная ткань, сосуды. Тренировки нужны и сосудистой системы. Поэтому, когда к вам приходит пациент, естественно, что каждый доктор наш обязательно говорит о том, что, дорогой товарищ, вам необходимы еще, кроме всего прочего, и тренирующие нагрузки. А то, как у нас бывает порой, вышли из дома, сели в автомобиль, ключ зажигания на старт, и в течение 20 часа и больше сидим в автомобиле, особенно если еще пробки, начинаем нервничать, в итоге избыток адреналина, спазмы сосудистые, ну и естественно, что сердцу это не помогает. Если в прежние времена адреналин был хорошим стимулом для того, чтобы человек быстрее бегал, сейчас получается так, что, в общем-то, этот адреналин идет не просто впустую, а для сердца составляет очень большие нагрузки. В общем-то, возможностей сердцу заболеть в современное время, конечно, очень и очень много. Существует ряд заболеваний, которые в последнее время являются доминирующими. Вот один из самых главных – это у нас заболевание, связанное с нарушением питания сердечной мышцы, которое может нарушаться не только при атеросклерозе, но и при излишнем стрессе. Это так называемая ишемическая болезнь сердца с вытекающим оттуда последствиями – инфарктом миокарда и, в общем-то, тем, что получится в конце. Замечательно. Для пенсионеров, да, отлично. То есть, пожалуйста, Александр Тимофеевич, я вам обязательно сброшу. Вот. Но, кроме всего прочего, есть еще ряд заболеваний, про которые мы будем говорить сегодня, потому что про ишемическую болезнь сердца разговоров очень много, они длинные, но к вам чаще всего люди приходят иной раз, просто приходят с тем, что у них болит сердце. Вот они не знают, что с ним происходит. Вроде бы одышки особенно нет, вроде бы и нет каких-то других неприятностей, а просто покалывает сердце. Или, например, мы находим какие-то изменения в сердечной мышце просто случайно. Начинаем спрашивать своего пациента, что у нас, скажем, что было, например, год назад, несколько лет назад, какие проблемы у вас были. Есть так называемый ряд некоронародневных заболеваний сердечно-сосудистой системы, про которые мы сегодня как раз с вами и будем говорить. Естественно, что тяжелые патологии, тяжеленные, нам встречаться с вами не будут, потому что каждый человек к нам приходит пешком, в конце концов, ну хотя бы даже не пешком, но поднимается на лифте, вот, и чаще всего приходит в состоянии, если даже и не очень приятном, но, скажем, умеренно неприятном состоянии. Так мы сегодня будем говорить о том, какие проблемы еще бывают в сердце, кроме заболеваний, связанных с нарушением работы коронарных сосудов. Это травмы сердца, воспалительные процессы, вот это чаще всего как раз у нас находками и бывают, так называемые эндокардиты, миокардиты, перикардиты и сочетания. Врожденные дефекты развития обычно у нас встречаются чаще всего в детской практике, то есть могут прийти ребятишки, уже может быть оперированные дефекты развития сердца,
либо с приобретенными пороками сердца. Такие люди тоже у нас будут, и, в общем-то, мы должны тоже правильно определить состояние сердечно-сосудистой системы и, в общем-то, правильно провести коррекцию. Интоксикации. Для сердечной мышцы ядом являются очень многие химические соединения, одно из которых, например, алкоголь. И вы знаете, что бывает так называемое алкогольное сердце. Токсическая нагрузка на сердечную мышцу делает его дряблой, вялой, слабой, так же, как и всех других внутренних органов. Нарушается работа почек, соответственно, вместе с этим. Ну и сердечко, конечно, очень сильно страдает. А также есть изменения, которые получены при нарушении механизмов, регулирующих деятельность сердца или сосудов. То есть это, собственно говоря, те же самые нервно-психические нагрузки, которые нарушают деятельность по нормальной сократительной деятельности миокарда, повышенное количество адреналина, например. То есть это все тоже может сильно достаточно действовать. Не забывайте о том, что сердце – это орган электрический. Представьте себе, что постоянно, например, каждый человек у нас подвергает себя не очень приятным вещам, когда находится в серьезном электромагнитном поле. Да? У компьютера различные электрические инструменты, которые также являются сильным провокатором для того, чтобы возможность была сбиться с сердечным ритмом. Такое бывает. Выраженные изменения сердечной мышцы бывают при патологических изменениях так называемых обменных процессов. Пожалуйста, вы можете вспомнить такие проблемы, как, например, сахарный диабет. То есть диабетики редко бывают, чтобы у диабетика было здоровое сердце. Нарушение обменных процессов при эндокринных расстройствах, которые, например, при синдроме Нейцеруппе-Кушинга, при заболевании щитовидной железы. И есть так называемый ряд невыясненных причин, то есть то, которое доктора в обычной своей практике в поликлинике определить не могут. Мы сейчас с вами пока говорим о той классификации, которая принята в обычной поликлинической сети. Да? Ну, также имеется, то есть мы говорили и про меры профилактики, поскольку многие есть общие, много общего между вот этими заболеваниями, там миокардиодистрофиями, миокардитами, очень много общего с точки зрения ощущений человека, который к вам пришел, пациента. Ну, есть общие, естественно, правила распознавания, общие меры профилактики, которые помогут избежать большинства заболеваний такого рода. Кратко основные заболевания, то есть это дефекты, опять же, еще разочек мы скажем, правда, сердце и крупные сосуды, до рождения, врожденные пороки сердца. Нам придется с вами заниматься коррекцией, восстановлением сердечной мышцы, например, уже после того, как провели человеку, там ребенку провели оперативное вмешательство. Болезнь, начинающаяся с клапанов или желудочков сердца, переходит на сердечно-сосудистую систему в целом, поскольку, естественно, что плохо работающее сердце накладывает отпечаток, нарушает работу всех внутренних органов и систем. Существуют также приобретенные пороки сердца, сходные по симптоматике с врожденными, но уже возникшие после рождения. Это, конечно, более поздние сроки. Мы говорим о ревматических поражениях сердечной мышцы, они могут быть, существуют заболевания, которые в своей, в основе которых лежит стресс. Часто заболевания сердца являются осложнением инфекционных заболеваний, таких как грипп или ангина, воспалительный процесс. К довольно многочисленным этим заболеваниям, часто встречающимся, относятся эндокардит, перикардит и миокардит. Я не случайно тоже говорю о травмах сердца. Такие проблемы случались, и в моей практике была такая проблема. Был ушиб грудной клетки человеком, который попал в аварию. На руль облокотился неудобно, был удар, и возник так называемый перикардит. Достаточно длительное время наблюдался болевой синдром, и когда, в общем-то, пришел ко мне, слышала шум трения перикарда. Вот, в общем-то, правильно назначенное лечение достаточно быстро привело человека к
нормальном состоянии. Но, к сожалению, бывают такие тяжелейшие осложнения, как ушиб сердечной мышцы, ушиб сердца, возникает синяк, он нисколько не легче, чем инфаркт миокарда. И такие пациенты обычно при тяжелых ушибах грудной клетки могут погибнуть именно вот от сердечной и сердечно-легочной недостаточности. Заболевания, которые являются воспалительными, чаще локализованы именно в области сердца. Сердечная мышца, миокард, также может поражаться токсинами в результате воспаления, развившимся в других органах. Естественно, что токсикоз достаточно сильный. Вот. И такая картинка типична поражения сердечной мышцы именно для дистрофии миокарда. Миокардиты в основном являются так называемыми, имеют так называемое благоприятное течение чаще всего. Чаще всего мы встречаемся с очаговыми миокардитами. И вы можете на своем приеме, например, иной раз увидеть то, что у вас появится тест положительный на воспалительный процесс, вы начинаете тестировать, где воспаление, да? И у вас воспаление получается сердце, сердечные мышцы, именно миокард. В таком случае вы можете оттестировать, какой инфекцией вызван этот миокардит. Это может быть стрептококковая инфекция, это может быть даже хламидия. Хотя хламидия вот в следующих картинках у нас как источник заболевания сердечной мышцы, она у нас там не обозначена. Какая симптоматика? Кардиология, какие-то неясные боли в области сердца. То есть там может быть иногда покалывание, как пациент говорит, иногда бывают какие-то небольшие изменения сердечного ритма, то есть немножко почаще ногами подвигаю, побыстрее пойду, возникают как бы небольшие перебои в сердце. Здесь, в общем-то, у меня есть информация о том, что у нас бывает на ЭКГ, вот, может быть ферменты крови повышенные, креатин фосфокиназа, лактат дегидрогеназа и изоферменты различные. То есть обычно к вам приходит пациент вот без этих анализов. Если только уже они полежали в больнице и была тяжелая какая-то симптоматика, они могут принести к вам анализы с таким вот изменением в картине крови. Так, здесь показан очаговый процесс, но вот здесь очень похоже, как будто картинка инфаркта миокарда, но в общем-то изменения очень похожи на очаговые изменения миокарда именно инфекционного плана. На преддиффузных миокардитах очень часто определяются расстройства ритма и проводимости. Бывают иногда признаки крупноочагового кардиосклероза, как следствие перенесенного миокардита, патологические зубцы, но динамические изменения СТТ не отмечаются, то есть те, которые у нас бывают при инфарктах миокарда. На эхокардиографии рентгенологические данные могут свидетельствовать о расширении всех камер сердца. Это уже когда мы говорим о диффузных изменениях, о диффузных поражениях миокарда и признаках легочного застоя. Но чаще всего, конечно, такие пациенты. Картинку, информация о биопсии. Представляете, субэндокардиальной биопсии. В сложных случаях занимаются наши доктора в кардиологических клиниках. Конечно, мы такими вещами заниматься не будем. У нас есть другие возможности, когда мы у интактного больного с помощью нашего прибора и прекрасных тестов можем определить, какой процесс где у нас находится. Значит, здесь также мы говорим про нарушение для картины крови. В общем-то, опять же, редко, когда пациент придет и принесет, например, нам с вами, скажем, те же самые базофилы крови, чтобы мы определили по картине крови. Нам, собственно говоря, этого и, собственно говоря, не надо. Мы вполне без этого обходимся. Поговорим, значит, о миоперикардите. Значит, чаще всего они у нас бывают.
вирусного поражения или реже бактериального. Частота миоперикардитов прямо коррелирует с эпидемией респираторной вирусной инфекции. Вот. И в этот момент, да, пациенты жалуются, кроме того, что у них есть острая клиника респираторной вирусной инфекции какое-то время перед тем, как потом длительно положим субфебрилитет, может быть. 37,2, 37,3, почти постоянно побаливает сердце, может быть небольшая одышечка, есть нарушение при поворотах туловища, могут быть болевой синдром, и нет четкой связи, порой бывает с физической нагрузкой, поскольку связь с физической нагрузкой больше характерна для нарушения питания сердечной мышцы. Здесь, опять же, как один из дифференциальных методов использования нитратов. Но мы с вами тоже нитрат использовать не будем. Мы с вами будем смотреть пациента с помощью наших тестов. Обычно при миоперикардите не происходит больших расширений границ сердечной области. На рентгене чаще всего не обнаруживается признаков кардиомегалии. Вот мы опять же говорим про тот же самый шум трения перикарда. Он определяется у очень небольшого количества пациентов и в основном в острых стадиях. Опять же, повторюсь, это может быть чаще всего уже как бы ретроспектива, то есть мы уже обычно этого не видим и не слышим. Частенько бывает, что сердечная мышца у нас воспаляется не просто воспаление, а именно может быть так называемая аутоиммунный миоперикардит. Такие вещи тоже у нас случаются, и частенько они бывают связаны с наличием гемолитического стрептококка при длительно текущем процессе в миндалинах, при слабости печени. Такие проблемы бывают. А вот инфекционный иммунный миокардит, он чаще имеет доброкачественное течение, обычно не развивается расширение сердечных границ и тяжелых расстройств ритма. Но, опять же, повторюсь, может быть по-разному. Что мы с вами можем определить на наших тестах? Мы можем определить элемент воспаления. И когда мы будем смотреть, где смотрим воспаление? Воспаление чаще всего бывает где? Носоглотка, в грудной клетке. Посмотрим, если у нас грудная клетка получилась, и человек, например, не страдает, не кашляет, нет никаких изменений других, обязательно нужно посмотреть сердечную мышцу. Нет ли воспаления именно там? То есть таким образом вы можете определить уже потом, чем они вызываются. Значит, вторым важным моментом является так называемая миокардиодистрофия. Это другая группа заболеваний, связанная с нарушением питания сердечной мышцы, с нарушением ее метаболизма. А миокардиодистрофии могут быть, они не сами по себе самостоятельные заболевания, а именно заболевания, сопровождающиеся другие процессы в организме. Миокардиодистрофии бывают при анемиях, когда сама сердечная мышца плохо питается, сниженное количество гемоглобина, естественно, и сердцу достается меньше, и сердечко также бывает испытывает нагрузки. Сердце слабеет, снижается артериальное давление, и, в общем-то, при анемиях действительно сердце не самым лучшим образом работает. Алиментарное. Слышали много раз, что человек погиб, особенно девушки, которые занимаются тем, что усиленно худеют, в этот момент наблюдается очень выраженное нарушение питания, белковая недостаточность и повышение количества метаболитов ненужных при разрушении организма, которое образуется. Естественно, сердечную мышцу также оказывается максимальное влияние. Эндокринное нарушение, миокардиодистрофия, которая сопровождает заболевание щитовидной железы, они очень часто являются достаточно тяжелыми, особенно при сильно выраженном тиреотоксикозе. Там возникают не просто нарушения, связанные с избытком тироксина, гормона щитовидной железы, то есть идет постепенное изнашивание сердечной мышцы. Вот они очень часто бывают, сопровождаются нарушением ритма, тахикардии и тахиаритмии. Дисметаболические или так называемые диселектролитные нарушения.
Но это также может быть одним из признаков заболеваний тех же самых почек, нарушение метаболизма печени, токсические миокардодистрофии, в том числе алкогольные. При вегетативно-сосудистой дистонии, так называемой. Ну вот мы же знаем, собственно говоря, что вегетативно-сосудистая дистония, это что называется, какая-то бабу с крюкой обозвали таким вот образом. Это такая большая свалка, в которой включает в себя очень много моментов. То есть нарушение тонуса сосудов вегетативной нервной системы у нас бывает при целой массе различных патологических состояниях. Это может быть и при выраженном грибковом поражении, например, желудочно-кишечного тракта, это может быть при массированных паразитозах различных. Также даже стресс-нагрузка, которую, в общем-то, у нас практически часто очень многие бывает, если она постоянно повторяется, то также может служить причиной вот таких вот нарушений. Также при системных заболеваниях, в том числе нервно-мышечных заболеваний. То есть есть у нас системные заболевания, такие как поражение нервной системы. При мышечной слабости, при различных нарушениях генетической структуры, генетики в организме возникает. И, в общем-то, сердечная мышца также страдает, хотя она в последнюю очередь страдает, но также бывает. При физических перенапряжениях, то есть, конечно, мы должны помнить о том, что сердце – это орган, который должен работать, но избыток физической нагрузки также не является для человека адекватным. Поэтому надо смотреть, чтобы все хорошо в меру. Поэтому мера – это определение нормальной, производительной, продолжительной жизни. Очень часто бывает, после того, как, знаете, сейчас много людей, которые занимаются бодибилдингом, поднятием тяжестей. Собственно говоря, я немного видела людей с такими наклонностями, которые в конечном итоге не стали бы страдать каким-то сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но здесь мы уже говорим про закрытые травмы грудной клетки и, естественно, что радиационные нагрузки также оказывают влияние на сердечную мышцу. Естественно, что опосредованно в большой части, опять же, по причине того, что радиация очень часто снижает активность иммунитета и начинает поселяться всевозможные микроорганизмы в организме человека. Ну и происходит также, сердце у нас отдельно не бывает от всего, от всех органов, и естественно, что также может страдать. Естественно, что тут включается еще заболевание ишемической болезни сердца, при большинстве заболеваний сердечно-сосудистой системы миокардиодистрофия у нас также имеет место быть. То есть это у нас увеличение размера сердечной мышцы, отложение там жировых включений снаружи сердца. Ну, естественно, что бывают такие проблемы, как нарушение обмена белков, амилоидоз и так называемый фибролосоз. То есть много всего есть. И вот, скажем, практически любую из этих патологий вы сможете определить с помощью наших методов. Значит, про инфекционно-аллергические миокардиты, это то, что мы с вами сейчас только что говорили, они чаще всего вызываются, чаще всего вирусами. Так называемые вирусы Коксаки. Наверное, уже в зубах завязывалось, что есть такой неприятный вирус Коксаки, B4, который наиболее часто повреждает проводящую систему сердца и частенько является причиной аритмии и очень неприятных ощущений в области сердца. Бывают так называемые гриппозные миокардиты. Вирус ЭКХО тоже малоприятная вещь, но мы, пожалуй, единственные, кто может превосходно все это определить и, мало того, не просто поддержать сердечную мышцу пациента, но и вылечить его вот от этих больших неприятностей. Всегда стоит обращать внимание, если ребенок, чаще всего ребенок болеет скарлатиной. При скарлатине нарушения сердечной мышцы могут наблюдаться где-то на второй, на третий день. Достаточно серьезное. Поэтому на это обязательно нужно обращать внимание и обязательно пролечивать сердечную мышцу, и обязательно пролечивать
стрептококк гемолитически убирать из организма, при дифтерии бывают очень серьезные нарушения с проводящей системой сердца, вплоть до нарушения ритма и остановки сердца, так называемое дифтерийное поражение проводящей системы сердца. Ну, в общем-то, очень редко будут встречаться, естественно, у нас такие проблемы, как, например, сифилис, возвратный тип, но, несмотря ни на что, в общем-то, надо быть к этому готовы и надо смотреть. Частенько в сердце включаются бывают паразитарные проблемы в сердечной мышце. Значит, у меня был пациент, у которого была диагностирована 3 года назад серьезная патология сердца. Посчитали, что у него обширный инфаркт миокарда. Когда он ко мне пришел, тест на рубец миокарда у него был отрицательным. Зато у него было громадное количество трихинел. То есть трихинеллез у него тестировался такой, что тест у меня был, значит, на 20-30 единиц, то есть падение стрелки было на 50 единиц вниз, когда я тестировала трихинеллез. Сердечная мышца, стрелочка у нас вышла на 80 единичек, но, в общем-то, я его поздравила с тем, что, слава богу, все-таки это не инфаркт миокарда, но состояние его было не очень хорошее, он длительное время страдал пониженным артериальным давлением, головокружениями всевозможными, и, в общем-то, пришлось, конечно, много потрудиться для того, чтобы сердечко у него стало более-менее пристойно работать. Ну и, в общем-то, тоже в настоящий момент могущие быть у человека грибковые поражения сердечной мышцы, таким как актиномикозом, кандидозом, аспергиллой и так далее. Такие проблемы бывают чаще у пациентов после того, как они очень активно пролечились антибиотиками, при какой-то очень серьезной патологии бронхолегочной системы. Такие вещи можно ожидать после того, как пролечат тот же самый туберкулез в стационаре. В общем-то, тоже к этому надо быть готовым. Ну и естественно, что аллергические заболевания миокарда могут частенько быть, если, естественно, мы кушаем не ту еду, употребляем различные медикаменты, которые нам не очень нужны. Это так называемые лекарственные бывают миокардиты или токсикоаллергические. Значит, это могут быть сывороточные при переливании крови, нутритивные, то есть едим не то, что надо, при системных заболеваниях слизистой ткани, таких как ревматоидный полиартрит, красная волчанка, при инфекционном эндокардите, при бронхиальной астме. То есть там нарушается общий иммунный ответ, и вполне могут быть нарушения со стороны сердечной мышцы. Есть так называемые ожоговые или трансплантационные иммунологические миокардиты. Возникают антитела под влиянием большого количества токсинов, ожоговых токсинов, антитела к сердечной мышце. В общем-то, это, конечно, совсем нехорошо становится. Токсикоаллергические, мы про них также говорили, что это тиреотоксические, уремические, алкогольные. Здесь просто немножко другая классификация. Также к заболеваниям сердца, которые, в общем-то, до сих пор считаются малоизученными и неизвестной этиологии, относятся так называемые кардиомиопатии. Кардиомиопатия имеет несколько видов, которые зависят от того, как сердце выглядит, так называемые дилатационные, гипертрофические, аритмогенные дисплазии и так далее. Но опухоли миокарда мы про них не говорим, хотя, в общем-то, как говорят, уже опухоли миокарда, в принципе, не такая уж и большая редкость, но надеюсь, что нам они с вами не встретятся. Вот. Значит, здесь говорится о том, насколько сейчас хороши методики улучшения диагностики. Вот. И, в общем-то, про хирургическое лечение миокардитов, кардиопатии, которые в настоящий момент, в общем-то, является чуть не единственной альтернативой в общей поликлинической сети. Значит, по поводу миокардиопатии. Очень интересное наблюдение. У меня был пациент. Я, в общем-то, не буду говорить. Здесь вот вам представлена картинка, где заболевания сердца у нас распределены еще как для больничных листов с кодами. Вот. Здесь они бывают воспалительные, морфологические и так далее. То есть группа болезней сердца. Мы, по сути дела, про них почти про всех поговорили. Вот. Если мы бы работали в поликлинике, то, естественно, придерживались бы таких категорий. По поводу кардиопатии.
Значит, кардиопатия, у меня такой пациент был, и вы знаете, собственно говоря, я у него видела, что массу нагрузок, которые у него были, это и геопатогенные нагрузки, и электромагнитные нагрузки, и много было хламидий, цитомегаловирус у него был. И знаете, когда он достаточно часто ко мне ходил, у нас еще не было тогда приборов, которые обладали выраженным антибактериальным эффектом. То есть у меня был прибор фирмы Emedis. Я его закутывала в индуктор магнитный, в петлю, но, по крайней мере, мне удавалось стабилизировать процесс, и в течение года у него не только не было увеличения перегородки межжелудочковой, которая, она является как бы показателем того, как идет процесс. У нее даже было сокращение, то есть и сокращение межжелудочковой перегородки похоже было на то, что у пациента отек на фоне воспалительного процесса в сердечной мышце был. Вот. И когда мы корректировали этот воспалительный процесс, процесс увеличения сердечной мышцы у него не шел. 5 лет его не было, он пропал, и в конечном итоге пришла его жена, которая со слезами и с плачем сказала о том, что он прооперирован в нашем кардиоцентре, и у него развилось какой-то воспалительный процесс, с которым доктора справиться в кардиоцентре не могут. У него температурная реакция до 38-39 каждый божий день, 5 курсов антибиотиков за 3 недели, никакого эффекта. Я беру наш волшебный прибор, программирую на те проблемы, которые могут у него быть, естественно, стафилококк золотистый лекарственно устойчивый, хламидемия, хламидия, цитомегаловирус, вирус Эпштейна-Барра, так, микоплазму, стафилострептококки. В общем, все, что возможно было, набрала, добавила, естественно, программу на детоксикацию. И что вы думаете? На второй же день у нашего пациента уменьшилась температура, через день еще она совсем ушла. В общем, через неделю молодого человека выпустили из больницы нормально, в хорошем, привычном состоянии. Поэтому также про кардиопатии, здесь, в общем-то, вопрос остается открытым. Если пациент к вам приходит, вы на него обязательно посмотрите. Я думаю, что обязательно найдете признаки воспалительного процесса в сердечной мышце и отягощение различного рода инфекциями самой сердечной мышцы. Здесь вот еще есть небольшая табличка по категориям миокардитов. Естественно, что у нас острых миокардитов на прием не будет, естественно. Вот. Хронически могут к нам появляться пациенты с хроническими воспалительными процессами сердечной мышцы. Я думаю, что определить эту проблему у вас не составит никакого труда. Вы все это увидите. Но не надо забывать о том, что, в общем-то, ничего в нашем организме не бывает отдельным. Отдельно сердце, отдельно желудок и так далее. Существует так называемый закон, систему УСИН, по которой развиваются процессы в организме каждого человека. Сердце у нас относится к органу инь, с одной стороны, как бы орган плотный, но с другой стороны он орган более янь. Он расположен у нас наверху, он у нас, этот орган перекачивает сердце, перекачивает кровь и, в общем-то, подвергается влиянию всех органов и систем человека. Обратите внимание, какие у нас есть воздействия на организм, на наше сердечко со стороны других органов. Обратите внимание, если у нас почки плохо работают и не справляются со своей естественной функцией, у них есть так называемое тормозящее влияние на сердечную мышцу. Вот если у нас почки плохо работают, то чаще всего у нас бывает то, что у человека повышается сердцебиение, частенько будет болеть сердце, могут быть различные аритмии и, в общем-то, очень много всяких неприятных вещей. Если плохо работает, естественно, желчный пузырь или перегружена печень, опять же, печень является матерью нашему сердцу, то есть какова печень, да, каковы дрова,
такой будет у нас огонь, естественно. То есть чаще всего, почему бывает повышается артериальное давление, когда бывает человек сердится или нервничает. Перегружена печень, спазм желчного пузыря, и начинаются проблемы. Давление повышенное, сердечное расстройство, вплоть до инфаркта миокарда. Пожалуйста, в общем-то, такие моменты тоже бывают очень часто. Естественно, если у нас плохо работают легкие, плохо перекачивают кровь, плохо снабжают ее кислородом, сама сердечная мышца также может страдать. Поэтому всегда, когда вы будете работать с сердцем, всегда учитывайте остальные другие органы обязательно. И воздействие на какие-то другие органы, которые у вас будут максимально повреждены, они могут быть как раз полезными при лечении, при терапии сердца. Об этом не забывайте. Это очень важно. Мы говорили о том, что еще, значит, селезенка, например, воздействие селезенки на сердечную мышцу, кислород из легких, чи является так называемый повелитель крови. То есть чи – это та самая энергия, которую мы получаем, вдыхая кислород. Легкие ведут поступлением природным чи, а сердце ведает кровью, обеспечивая нормальное ее перемещение. При недостатке поступления, естественно, при плохой работе легкого, естественно, что может возникнуть слабость функции сердца с появлением тромбозов вследствие остановки крови в мелких капиллярах, так называемая сердечно-легочная недостаточность и стенокардия. И естественно, что если сердце у нас ослаблено, то блокируется или застаивается кровь в легких, вызывая удушье и кашель, так называемую сердечную астму. Ну вот печень, мы говорим, это у нас накопление крови, это депо крови, совместно решает задачу перемещения сердца. При недостатке крови в сердце может возникнуть недостаток крови в печени, сопровождающий головокружением, мельканием в глазах, тремором конечностей, и, естественно, они вместе оказывают влияние на психическую деятельность человека. То есть если печень у нас перегружена токсинами, различными паразитами, инфекциями, то, естественно, что, в общем-то, психическая сфера также будет страдать. Селезенка вырабатывает кровь. При нарушении функции селезенки нарушается поступление питательных веществ в кровь, что появляется в появлении жалоб на сердцебиение, ослабление памяти, слабость пульса и нездоровый цвет лица и воздействие психической сферы. Вот говоря, что не надо попусту раздумывать, вызывается нарушение в работе сердечной мышцы. То есть если плохо работает селезенка, поджелудочная железа, сердечко также порой бывает работает не очень хорошо. Мы как раз говорили вот о том, что сердце ведает стихии огня. Они постоянно друг друга контролируют. Если наблюдается мало так называемый ян сердца, то огонь сердца не опускается ни вниз, ни поддерживает тепло почек. Не выполняет они свою функцию по перемещению воды вверх. Возникают симптомы сердцебиения и отеки. Также при недостатке им почек не поддерживается им сердце. Возникают симптомы возбуждения, сердцебиения, бессонницы, то есть то, о чем мы с вами говорили. И так называемая почка считает, что она вырабатывает мозг, а сердце контролирует мысли. Поэтому оба они участвуют в психической деятельности нашего сердца и организма человека. И вот теперь мы с вами сейчас как раз начинаем заниматься тем, чем мы обычно занимаемся на приеме. Используем так называемый резонансный вегето-резонансный тест. И одним из основных методов, то есть мы с вами смотрим, опять же, в каком положении у нас находится система кровообращения. Обязательно смотрим резерводаптация. То есть вот если к вам пришел человек, он говорит, у меня что-то болит сердце. Не будем нервничать, возьмем свой собственный алгоритм и начинаем по нему работать. Значит, нам необходимо что посмотреть? Адаптационные резервы, посмотреть степень блокированности мезенхимы, то есть в каком месте у нас находятся токсины в организме, состояние коммуникации клеток, основных регуляторных систем и подсистем. Естественно, когда мы с вами занимаемся
сердечно-сосудистой системой, одно из самых важных вещей относится к психической сфере. То есть она у нас контролирует очень многие процессы именно сердечно-сосудистой системы. Ибо при различных изменениях ее, естественно, что у нас наблюдается нарушение регуляторных механизмов воздействия на сердечную мышцу. Ну и, естественно, в общем, все, буквально все органы системы у нас есть, так или иначе соприкасаются с сердечно-сосудистой системой, и, в общем-то, они обеспечиваются этой системой. Если к вам пришел пациент, например, с низкими резервами адаптации первой и второй степени, он жалуется на боли в сердце, у него низкие резервы, адаптационные резервы, вы можете в этом случае уже думать о том, что кроме того, что он может, возможно, сильно устал, очень часто у него бывают различные какие-то инфекционные нагрузки. Обязательно посмотрите, что вы сможете человеку дать на первом приеме. У нас есть превосходный тест Купрометалликум D400, то есть шаг по резервам адаптации, и мы с вами должны человека отпустить именно в тех резервах адаптации, которые ему необходимы в данный момент. Вот об этом не забывайте, контролировать свои действия обязательно. То есть переходить с более низких к более высоким резервам адаптации. Биологический возраст может определиться не только для организма в целом, но вы можете посмотреть, если вас затронул вопрос, как же чувствует себя сердце, вы можете посмотреть индивидуальный биологический возраст. Значит, смотрим, сердце, стрелочка вниз, биологический возраст, который совпал с биологическим возрастом сердечка, можете поставить стрелочку вверх. И также изолированно наблюдать за тем, как у нас будет вести себя сердце, сердечная мышца по отношению вот к биологическим возрастам в дальнейшем. То есть ни в коем случае, когда вы смотрите, например, у вас есть сомнения по тому, как будет сердце работать, обязательно посмотрите индивидуальный биологический возраст, особенно если дело касается какой-то серьезной патологии, и, например, у человека был мелкоочаговый какой-то инфаркт миокарда, или он жалуется на одышку, удушье, и отеки на ногах, обязательно это нужно следует посмотреть. То есть обязательно с этим справляйтесь. Вот здесь, опять же, у нас красивая мезенхима, который, в общем-то, определяет у нас стадию развития процесса. Мне очень нравится эта картинка, поэтому я ее поставила. Такая нарядная, хорошая. Вот. Очень большое значение я придаю, опять же, вот, теории гомотоксикоза реки Веда. Когда пациент к нам приходит, мы смотрим, опять же, в какой фазе гомотоксикоза находится человеческий организм. Вы знаете, что, скажем, стадия дедифференциации – это как раз область, где у нас находится онкология, где у нас располагается серьезные сосудистые катастрофы, такие как инфаркт и инсульт. Кстати, вот тоже хочется отметить то, что когда я только начала работать и работала в участковой больнице, у нас был очень мудрый заведующий отделением. Она нам всегда так говорила. Вот знаешь, Татьяна, говорит, я заметила, что вот если мы человека выгребаем из тяжелого инфаркта миокарда, вот в течение 2 лет он у нас обязательно к нам попадает в терминальной стадии рака легкого. То есть вот такие моменты, об этом, пожалуйста, не забывайте. Просто совсем недавно у меня был молодой человек, который перенес инсульт 3 года подряд, потом его не было очень долго, я его не видела, но он принимал препараты. Он принимал химиотерапевтические препараты для снижения артериального давления и принимал аспирин. И, ну, в общем-то, определили у него 4-ю стадию рака желудка. То есть вот вам, пожалуйста, то есть вот такие моменты обязательно не забывайте. И эта табличка является для вас очень хорошим поводом для того, чтобы наглядно показать, в каком месте, в каком краю географии находится организм данного пациента. Ведь вы находитесь вот здесь. Вот представьте, что нам с вами надо сделать для того, чтобы вы были здоровее. Конечно, вам надо переходить вот сюда, вот дальше, дальше, дальше. И вы можете вот по этим фазам гомотоксикоза можете смотреть, как у нас идет процесс восстановления организма у пациента. Эти вещи очень важны. Вот здесь я специально вычленила маленькую такую табличку сердечно-сосудистой системы. То есть какие фазы гомотоксикоза могут быть у нас в так называемый биологический барьер. Ишемическая болезнь сердца, оказывается, относится еще, я, конечно,
честно говоря, отнесла ее, может быть, немножко где-то подальше. Вот. То есть инфаркт и миокарда, это уже где-то вот почти край географии. Но, в общем-то, сердечно-сосудистая система, она также подвергается определенным изменениям в процессе жизнедеятельности человека. Миоклеома очень достаточно редкое явление. Но то, что инфаркты бывают, это вы знаете все прекрасно. По инфарктам мы будем говорить, в общем-то, немножко, если хотите, можно будет еще сделать одну презентацию по сердечно-сосудистым заболеваниям именно ишемической болезни сердца. Необходимо тоже также посмотреть интоксы, где у нас, какие проблемы есть у организма в настоящий момент. То есть возможно, что сердечная мышца как раз находится в каких-то тяжелых металлах, например, те же самые нарушение токсина. Также можете проследить течение ваших процессов. Вот мы говорили про психовегетативные нагрузки. Чем больше психовегетативная нагрузка, тем больше могут быть проблемы с сердцем, поскольку это орган эмоций наших. И причем чем более положительные эмоции, тем естественно, что у таких людей меньше болит сердце, меньше они страдают сердечно-сосудистыми расстройствами. Наша с вами задача – убрать максимальную психовегетативную нагрузку на минимальную, для того, чтобы, опять же, восстановить нормальную работу сердечно-сосудистой системы. Также эти тесты очень полезны. Вот. К вам могут прийти пациенты в состоянии как острейшего стресса, не дай бог, может у пациента появиться или какое-то сильнейшее нарушение ритма, или вплоть до спазма мускулатуры артерий, снабжающих сердечную мышцу, даже без наличия в ней каких-то изменений в виде атеросклеротических бляшек. Либо же он может у вас прийти в состоянии сильнейшего психоэмоционального перегрузки, такого как депрессивное состояние. Поэтому вот на это обязательно обращайте внимание. И наша сердечно-сосудистая система будет прекрасно отвечать на коррекцию вашу теми же самыми цветами Баха, пожалуйста. То есть мне очень нравится, когда кроме того, что назначают превосходные наши приборы, естественно, что они замечательные, люди, наши врачи боятся назначать гомеопатическое сопровождение. Собственно говоря, бояться ничего не нужно. Вы можете, опять же, тест у нас есть, вы можете протестировать те препараты, которые подходят человеку. И если у него есть откровенные воспалительные процессы или какие-то проблемы с нервной системой, с перегрузкой нервной системы, пожалуйста, добавляйте гомеопатические препараты. В селекторах они у вас все есть. Препараты очень хорошие. С пациентом ничего плохого не случится, если 2-3-4 препарата вы назначите в дополнение к обычной схеме. Вот. Очень бывает горько и обидно, когда, например, коллеги звонят и говорят, вот понимаете, вот тут такие проблемы, мы начали проводить лечение, там нашли проблемы, там, например, с сердцем или с суставами, мы начинаем лечить там гельминтов. Вы с гельминтов никогда не начинаете. Посмотрите, пожалуйста, опять же, состояние иммунной системы, состояние эндокринной системы, психоэмоциональный статус. Начните с этого, то есть с головы начинайте, а потом уже постепенно можете выводить какую-то более такую глубокую патологию, более серьезную, имеется в виду с точки зрения объема вмешательства. К вам придет пациент, жалуется на боль в сердце. Обязательно посмотрите, что там у него есть, какой у него там есть процесс. То ли это воспалительный процесс, то ли это процесс, какой-то старый воспалительный процесс, то ли это нарушение со стороны нервной системы. Вы все это можете определить. Степень истощения и напряженность эндокринной системы также очень важна. Опять же, когда мы смотрим, у человека, например, в состоянии депрессии, либо же, например, приходит пациент с каким-то признаком нарушения работы щитовидной железы или надпочечников. Вот. Обязательно нужно будет это посмотреть. Когда пациент к вам первый раз приходит, тоже не забывайте о наличии геопатогенных нагрузок. То есть пока вы пациента не уберете из нагрузок высокой степени геопатогенных, у вас большого толка в результатах, или же результаты будут кратковременными достаточно, и придется вам постоянно проводить ту же самую, например, терапию удаления тех же самых хламидий из организма.
поскольку низкий иммунитет, он будет обеспечиваться, опять же, воздействием геопатогенных электромагнитных полей. Про это тоже не забывайте. И пациента старайтесь вывести из-под воздействия вот этих вот факторов. Поскольку практически ни один серьезный инфаркт, ни одни серьезные долгоиграющие заболевания сердечной мышцы не бывают без вот таких вот воздействий. Вот. А как часто бывает, что электромагнитная нагрузка является также большими неприятностями? Вспомните, как часто у нас дети или мужчина носят сотовые телефоны в кармане, в нагрудном кармане, пиджаки, например, где-то, да? То есть вот об этом также с пациентом говорите и убирайте вот эти вот электромагнитные отягощения. Они также сильно влияют на вегетативный фон и, естественно, что влияет на работу такого органа, как сердце, сердечно-сосудистая система. Теперь мы к вам как раз подошли к той табличке, которая у нас является основой диагностики, если вы не знаете, какой процесс у пациента есть сердечная мышца. Вы можете взять, например, такие проблемы, как острое воспаление, хроническое воспаление, аллергии без аутоагрессии, с риском аутоагрессии. То есть любой из этих тестов, тот, который у вас покажет стрелочка вниз, вы можете взять также орган из общего списка органов и посмотреть, в каком органе располагается тот или иной процесс воспалительный. Частенько бывает, что человек вроде бы не жалуется, мы смотрим острое воспаление, то есть у нас тестируются почки, а он говорит, да я просто ночью часто бегаю в туалет, а что еще, да вот еще немножко какая-то то ли одышечка, то ли сердцебиение, не пойму. И бывает, что мы видим острый воспалительный процесс в сердце. Совершенно не обязательно, чтобы вся сердечная мышца поражалась этим процессом, но какая-то часть оттуда, видимо, повреждается, потому что острое воспаление, положим, тестируется в самом сердечке. И что смотрим, какая инфекция его вызвала, тоже можем посмотреть. И очень часто там бывает и стрептококк гемолитический, иногда бывает сальмонелла. Часто очень тестируется стрептококк хламидия. Хотя, опять же, почти ни в одной литературе не было данных об этом. Есть великолепная у нас еще вторая часть этой таблицы, где вы можете посмотреть, есть ли склероз, явление склероза. И действительно, порой бывает, что приходит пациент в достаточно молодом возрасте. Смотрим склероз, тестируем, оказывается, склероз есть в сердечной мышце. Когда начинаешь его спрашивать, то в таком случае он может вам иногда сказать, да, у меня были ангины, да, у меня как-то болело что-то в области сердца, я, собственно, не придавала значения, но вот вам, пожалуйста, вот те самые возрастные изменения, которые впоследствии тестируются, чем больше вот этих ударов на сердце, тем больше изменений тестируется в конце жизни. И, в общем-то, сердечной недостаточности частенько бывает от того, что сердце много раз били эмоциями, неправильным отношением к сердцу. И, в общем-то, это не раз и не два, вы все это видели. Можете посмотреть, есть ли где явление того же самого, например, тромбоза. Такое тоже бывает, что приходит пациент и говорит, вот у меня там ишемическая болезнь сердца и какая-то там другая проблема еще у меня есть, мне хочется посмотреть. У меня пациентка была очень интересная, возраст 76 лет, она пришла ко мне на прием, говорит, вот я из стационара пришла, я полежала 3 недели в больнице, у меня язва. Началось с того, что я видела, что у меня была кровь в кале, то есть кал был черного цвета, темный, пошли смотреть фиброгастроскопию, и у нее определилось то, что у нее там есть так называемая ржавая язва. Она принимает длительное время аспирин, в общем-то пришла в плохом состоянии. Когда стали тестировать, у нее тестировался прединфарктное состояние, у нее тестировался тромбоз в области желудка, как раз в том месте, где у нее была вот эта вот язва. И что вы думаете, когда мы правильно назначили терапию, то есть она у меня получила терапию и антипаразитарным прибором, была назначена обязательно программа разжижения крови, было назначено средство от тромбозов,
специфический гомеопатический препарат, побольше водички пить, несмотря на то, что у него, казалось бы, ишемическая болезнь сердца, гипертония. В общем-то, все необходимые были сделаны нами назначения. И, в общем-то, через 3 недели она приехала, когда сказала, что у нее уже через 3 дня уже кал был нормального цвета, желудок у нее не болел, язва зарубцевалась. И, в общем-то, все прединфарктное состояние, причем оно тестировалось не только в зоне, там, где у него было нарушение кровообращения в желудке, но оно было в районе сердечной мышцы. Я поэтому и сказала: товарищ дорогой, пожалуйста, потихоньку, не напрягаясь и не наклоняйтесь, когда в саду, пожалуйста, подождите, пока работает в саду. Ну, в общем-то, все наладилось, все стало. Поэтому повнимательнее, пожалуйста, будьте с такими пациентами. Ну, в общем-то, это у нас вторая часть нашей таблички. Здесь у нас онкология нам как бы в сердце редко бывает нужда, но, по крайней мере, жировую дистрофию мы частенько можем увидеть и в сердце, в перикарде. Вот. И опять же, здесь смотрите, что иной раз мы можем наблюдать также со так называемым состоянием приклеточных структур при тромбозе. То есть мелкие тромбики могут быть в различных органах. Если вы это все увидели, обязательно, в общем-то, постарайтесь все это скорректировать. Ну и, естественно, очень большое значение – это обязательно смотреть ишемию или прединфарктное состояние. То есть такие моменты бывают. Теперь, ну, по степеням напряженности иммунитета тоже мы можем судить о том, как будет справляться человек. И наша задача – создать напряженность иммунитета гармоничную. То есть когда слишком высоко напряжена иммунная система, это тоже, в общем-то, не очень хорошо, и крайняя степень напряженности может свалиться в истощение. Поэтому, назначая лечение, обязательно контролируйте степень напряженности иммунного ответа. Желательно, чтобы у нас степень истощения переходила в напряженность иммунитета, и в то же самое время, чтобы напряженность иммунитета была гармоничной, чтобы она не приводила организм в состояние стресса. Ну, естественно, что большое значение мы отдаем степени нарушения еще в лимфатической системе, так как лимфосистема, в общем-то, у нас весь организм очищает, в том числе и состояние сердца у нас во многом зависит от состояния грудного лимфатического протока, поэтому обязательно степень загруженности этой ткани и лимфатической системы обязательно нужно посмотреть. Вот. Чем лучше, ну вот здесь вот как раз мы говорим про то, по моменту определения проблемы в органе, берем сердце, стрелочку у нас вниз, добавляем назор, что у нас получилось, стрелочка вверх, это будет как раз именно то самое состояние, которое в данный момент будет у пациента, то есть назор. Здесь может быть, скажем, назор инфекции, вирусов, бактерий, здесь может быть тест-указатель на перенесенный инфаркт миокарда, это имеется в виду сердце, и, в общем-то, вы можете с легкостью большой определить, какая же проблема у данного пациента есть. Ну, в общем-то, по диагностике, я думаю, что особых проблем у нас в этом плане нет. По терапии расстройств сердечно-сосудистой системы, естественно, что у нас есть превосходные программы, которые у нас есть и в приборах ДТИН, и в приборах антипаразитарных, тех программы, которые нам настоятельно необходимы. Что чаще всего мы видим? То есть, когда пациент к нам приходит даже с какой-то другой патологией, если мы у него определили низкие адаптационные резервы, если нашли хламидийную инфекцию, в таком случае обязательно займитесь тем, что посмотрите сердце, как себя чувствует. То есть хламидия, они у нас нарушают не только работу почек и каких-то мочеполовой системы, но и сердечной мышцы. Поэтому вот буквально стоит назначить программу хламидии или элементарно там ЗППП, организм человека воспрянет духом, в общем-то, сердце начинает работать гораздо лучше. Вот. И обязательно посмотрите, нет ли таких неприятных вещей, как, например, вирус Коксаки-Б4. Это вот те, которые наиболее часто встречающиеся проблемы, с которыми человек к нам приходит, пациент к нам приходит на прием. Вот. Буквально стоит убрать эту инфекцию, и очень хорошо идет, налаживается ритм, особенно если мы назначим регуляцию сердечной деятельности программу, то есть идет восстановление сердечной мышцы очень хорошо и очень быстро.
Что можно там еще найти? Значит, частенько бывает, когда тестируется аритмия, человек приходит с проблемами нарушения ритма, тестируется такой паразит, как парагонимус вастермани. Пожалуйста, тоже на это обратите внимание. И порой бывает, стоит пролечить трематод, то есть убрать вот этого паразита. И, в общем-то, на долгие годы человек сохраняет нормальную жизнедеятельность, сердечко нормально работает. Не забывайте обязательно тестировать все свои действия с точки зрения правильности, необходимости и переносимости. К вам могут приходить пациенты, больные сердцем, приносят с собой различные препараты. Вы можете посмотреть их на эффективность. Это так называемый тест на феррометалликум D26. Эффективен ли этот препарат? Переносим ли этот препарат? И нет ли передозировки препарата? Да, порой бывает, что сразу снимать пациента с каких-то препаратов в сердечно-сосудистых, особенно с бета-блокаторов, антагонистов кальция, сразу возможно, что не стоит. Возможно, что есть необходимость постепенного снятия, поэтому можете посмотреть по количеству препарата, который переносится, чтобы не было передозировки. Передозировка у нас определяется тестом на сульфур D400, то есть об этом тоже не забывайте. Вот. И когда, опять же, будете делать препарат или будете проводить какую-то терапию, скажем, массирование, иногда бывает нужда в том, чтобы препаратов много, это не препаратов, а назначить много достаточно программ. Хочется, не раз руки чешутся, да, обязательно посмотрите тоже по переносимости и согласованности, чтобы ваша работа не была даром, и чтобы она пациенту приносила только пользу. Можно протестировать через оптимальный шаг терапии ваши действия, через купрометалликум D400, либо же можно протестировать, опять же, препараты те же самые, через манганометалликум, это согласованность рецепта и переносимость. Можете также любые антипаразитарные программы записать на ампулы с физраствором или там ампулы с водой и протестировать их, не проводя сам момент терапии. Вы можете протестировать, насколько перенесет пациент те или иные ваши действия. Вот. Скажем, прибор DT-ритм, ну, практически не вызывает никаких неприятных ощущений, но если вы, например, у пациента и так токсическая нагрузка достаточно значительная, да, и вы внесете еще дополнительных токсинов в организм, то, естественно, что можете добиться каких-то неприятных вещей, поэтому желательно все это протестировать. И мне, конечно, хотелось бы вам пожелать в конце моего выступления, чтобы вы были более внимательны к своим пациентам, и, в общем-то, если будете делать все то, чему вас учили, в общем, все у вас получится, и к вам не зарастет народная тропа, и благодарности, в общем-то, предела не будет. И мне хотелось бы, чтобы не только ваши пациенты, но и вы все были здоровы и счастливы. Если есть какие-то у вас вопросы, пожалуйста, можно будет задавать. Так, вот из Чернигова задают вопрос, вызывает ослабление функции сердца. Это вызывается опосредованное влияние в связи с тем, что, да, там, конечно, есть определенного рода излучение, но в большей степени опосредованное влияние через снижение иммунитета и появление в организме большого количества инфекций, внутренних таких как хламидия, вирус Эпштейна-Барра и так далее. Поэтому геопатогенная нагрузка, конечно, очень неприятные вещи вызывает. Можно делать инверсию с геопатогенной зоны. Вы можете взять тот же самый кусочек фольги, протестировать, именно несколько часов она там лежит, и можете сделать инверсию на приборе, на вашем приборе. Либо же можете поставить частоту 6,2 Гц, у кого есть восьмерочка, очень хорошо нейтрализует также вот это воздействие геопатогенной зоны. Ну и есть определенное защитное устройство. В общем, пожалуйста, можете делать. Так, как повысить резерв адаптации, какие программы, какой курс? Вот опять же, вы задаете вопросы такие, которые, в общем-то, вы можете ответить сами на этот вопрос,
Когда посмотрите, что же вызвало снижение адаптационных резервов, вы сами все это увидите. То есть увидите те нагрузки, которые у вас есть. Отдельно повышать адаптационные резервы, это как бы немножко неправильно. Ну, в общем-то, нам администратор говорит, что информация будет на форуме в разделе «Ассоциации». Если есть окклюзия в артерии в правом предсердии, не могли зондом пройти убрать, а в другом сосуде поставили стент. Как с таким пациентом работать? А вы тестируете, смотрите, как работает. Вы сами видите его резервы адаптационные, посмотрите, что привело к этой, к той же самой, к тому же атеросклерозу. Это чаще всего проблемы с печенью, с почками. Посмотрите, все виды нагрузок у таких людей есть обычно. Работать с психоэмоциональным фоном. Что вам остается? Вам остается коррекция. Пожалуйста. Как будто тянет сердце, слюнное выделение. Опять тоже вопрос очень интересный. То есть это говорит о том, что есть какая-то вегетативная реакция. Посмотрите, что это вызывает. Это может быть элементарный приступ проблем с желчным пузырем. Это может быть признаки гастрита. Это надо смотреть, какой орган у вас на это собирает. Пожалуйста. Я тоже вас благодарю за внимание. Еще раз хочется пожелать вам здоровья, успехов и, в общем-то, всего доброго. Если вопросов больше нет, можно связаться. У меня есть скайп. Скайп у нас есть и на форуме. Есть скайп. Пожалуйста, можете, в общем-то, там у нас стучаться в скайп, и можете задавать вопросы. В общем-то, есть... Добрый вечер, друзья. Сегодня мы с вами посмотрели и послушали презентацию Татьяны Николаевны.